Бывший инспектор государственного железнодорожного надзора признан виновным в покушении на получение взятки. На улице областного центра мужчину задержали сотрудники ФСБ. При нем была незаконно полученная сумма в 1 миллион рублей. Следствие установило, что во время проверки общества с ограниченной ответственностью, являющегося арендатором участка железнодорожных путей, инспектор выявил нарушение требований безопасности на ЖД-транспорте. Дефекты он потребовал устранить. Далее почему-то предложил покровительство и всевозможную помощь представителю этого коммерческого общества за вознаграждение. В итоге 3 года лишения свободы условно. Суд учил, конечно, все обстоятельства дела, то, что это покушение, и что признал вину, и другие, и назначил такое вот мирное наказание.